Хочу вставить свои 3 копейки по поводу использования скошенной газонной травы. Сейчас у всех, у многих, по крайней мере, почти у всех, кого я знаю, есть газончики. У кого-то они маленькие, как у меня. У кого-то они громадные по весь участок. И трава используется по-разному. Сейчас покажу несколько способов использования этой травы. Идеальный способ использования скошенной газонной травы – это завести гусей. Я вот завел гусей, и вот тот участок, который у них находится во владении, я его каждую неделю часа по два тратил, чтобы обкосить газонокосилкой. Теперь туда даже не захожу, и более того, я эту траву местами подсеиваю семенами, чтобы она росла. Потому что гуси-то нормально, а куры вот у меня разрывают эту траву. Еще другой, это вот идеальный способ, я считаю, утилизации газонной травы. Второй способ покажу сейчас вам. Второй способ, который практикует моя жена, это мульчирование растений. То есть в данном мы случае видим теплицы помидорные. И вот скошенной травой земля мульчируется. Для чего это нужно? Ну, во-первых, для того, чтобы вода, влага из почвы не испарялась. Ну и потом, когда это уже трава перепреет, а если она положена тонким слоем, то она сохнет, а потом, значит, используется в гумус. Супруга еще делала как? Грядки засыпала скошенной газонной травой. Но тут вот какой момент. Надо знать, какую ты берешь траву, потому что как-то мы взяли у соседей, а там было много-много одуванчиков. И они все проросли, и это была проблема для нас. Третий способ использования скошенной газонной травы. Ну, не самый, скажем так, удачный, но я расскажу про него. Я тут по всему участку делаю компостные кучи каждый год. И через 3-4 года я их разбираю и использую для удобрения. Вот эта куча была сформирована только из скошенной газонной травы. Значит, она просто спеклась, и сейчас такая корка, что приходится вот ее брать лопатой и перекладывать нормальной травой. Не скошенной, не порубленной мелко, а вот так вот я сейчас ее складываю по новой и перекладываю ее. С тем, чтобы она лучше перегнивала. Ну, еще раз скажу, что вот именно, да, использование травы. Она идет на подстилку. Здесь у меня, видите ли, птичий двор ближайший. И он у меня весь полностью утоптан. Тут у меня куры, утки, гуси, индюки. Поэтому нагрузка большая. И вот поэтому вот он такой черный. А там, где выгул у них, там трава зеленая. Пойдем, даже покажу вам. Похвастаюсь. Это вот, скажем так, рабочий выгул. То есть тут еще листья набросаны. Скажем так, есть еще парадный выгул, где люди приходят и любуются, как мне хорошо. Это вот ихний бассейн. Купаются утки и гуси. А это вот, я говорил, еще одна компостная куча у меня. То есть вот так вот она формируется. То есть подбрасывается. Тут мы пытались, это вот мой индюк. Мелкий пока что. Вот. Все укладывается. Но, понимаете, у меня есть возможность сделать 4-5 куч и ждать несколько лет. 4-5 лет, пока они не перегниют. Мы тут с супругой пытались как-то Байкалом поливать. Потом подумали, что нам это не надо. То у нас есть возможность подождать несколько лет. Ну, вот так примерно. У нас даже бассейн. Мы не используем химию.
потому что он используется потом как для поения птицы и для полива растений. Ну, примерно как-то вот так. Это канал «Предпенсионер Вениамин Рыбаков». Я Вениамин Рыбаков, я предпенсионер. Если вы досмотрели до этого места, подпишитесь на мой канал. Всего доброго, до новых встреч!